Приветствую, друг. Неустойчивые мутации. Радиоактивные силовые ядра Экзодар. Настоящая беда для местной фауны и флоры. Например, рядом с ними появились странные невиданные твари. Может быть, им можно чем-то помочь, но в настоящий момент они так расплодились, что представляют собой серьезную угрозу. Отправляйся и сократи их численность. Может быть, тем временем я что-нибудь придумаю. Не теряй веры. Дар, у нас не забыли. Мы Дреней. Наш корабль разбился, и поскольку раненых очень много, первым делом надо зарядить исцеляющие кристаллы, и побыстрее. К сожалению, в настоящий момент для этого придется добывать кровь долинных мотыльков. Она отлично подойдет. Мотыльки водятся во всей долине, особенно в северо-западной ее части. Да будет благословенна твоя семья! Нару, нас не забыли. Мы обнаружили среди обломков корабля поврежденный голографический передатчик. Если его починить, можно попытаться связаться с выжившими дренами за пределами долины Аммен. Для ремонта нужны запчасти, которые можно вытащить из других обломков, валяющихся в округе. Но их уже утащили местные совы. Отправляйся на их совиную чащу и совиные холмы. Найди запасные части. Благословен путь, которым идут избранные. Легион падет! Жанна должна починить излучатель. Ей нужны запчасти. Без нашей помощи ей не обойтись. Таэрикс приготовила особую прививку для савунов, совиных холмов, населяющих территорию, на которой особенно много обломков корабля. Постарайся подобраться поближе к незараженным савунам и воспользуйся кристаллом. К сожалению, остальных придется убить. Савуны живут в совиной чаще и совиных холмах на юго-востоке. Да будут дни твои долгими, а труды легкими.
Нару нас не забыли. Большая часть вновь привита, и мы сможем сосредоточить усилия на том, чтобы выбраться отсюда. Не беспокойся об уничтожении Савунов. Помни уроки прошлого. Аркенон Порос. У нас есть несколько сообщений о том, что на хребте теней творится что-то неладное. Ничего хорошего в этом нет. Мы ведь думали, что разведчики тщательно обследовали окрестности. Впрочем, один из них еще не вернулся. Отправляйся на юго-запад, на другую сторону Серебристого озера, и найди Талана. Узнай, что его задержало. Не теряй веру! Да пребудет с тобой благословение! Дай-ка поглядеть. Да, эти части подойдут. Спасибо, Маргавель. Передатчик — сложное устройство. Так сходу его не починишь. Я сообщу тебе, когда закончу работу. Не теряй бдительности. Надеюсь, ты найдешь что-нибудь полезное. Проявляй милосердие к слабым. Могу ли я помочь тебе? Дайонис Ака. Крепкого здоровья долгих лет! Благодаря тебе мы собрали все необходимое, чтобы зарядить исцеляющие кристаллы. Отнеси эти фиалы Залдууну, нашему жрецу. Он ухаживает за раненой в центральной части корабля. Помни уроки прошлого! Каждый день дарован нам светом. Отличная работа. Эта кровь прекрасно подойдет для наших исцеляющих кристаллов. Раз уж ты здесь, у меня найдутся лица поручения. Ты не против? Всего доброго! Да пребудет с тобой благословение! Маргавель, ботаник от Тари... Та Эрикс, нужна твоя помощь. Она вместе с учениками расположилась на западе отсюда, рядом с кораблем. Не теряй веру! Да хранит тебя свет! Крепкого здоровья долгих лет. Так быстро? Что ж, отлично. Надеюсь, скоро я придумаю, как справляться с этими мутантами, не убивая их. У меня появилось.
с парой идей. Но без твоей помощи не обойтись. Один из обломков кристаллов корабля упал в озеро неподалек отсюда и заразил его радиацией. В результате многие растения и животные долины Аннен подверглись различным мутациям. У меня есть идея, как излечить озеро. Но сначала я должна заполучить образцы корнехлёстов, мутантов, проанализировать их. Их можно найти на западе от Полиамент. Поможешь мне, паладин? Да будет благословенна твоя семья. Всего тебе хорошего. Амен, что на западе отсюда обитают здешние корнехлёсты. Воды ближайшего к ним озера очень загрязнены. Ботаник Таэрикс беспокоится, что после их очистки популяция корнехлёстов не восстановится. Сходи на поля Амен, сорви несколько осквернённых цветов. Я взгляну на них и подумаю, что можно сделать. Легко отличить от других, по необычным красным лепесткам. Проявляй милосердие к слабым. Удачи! О, спасибо тебе, паладин. Пока ты ходила за отцом, я ухитрилась собрать кое-какое оборудование для анализов. Подожди, не могу. Если будет на то воля света, этот состав сработает. Я хочу, чтобы ты обработал им серебристое озеро на юге. Надеюсь, нам удастся очистить воду от радиоактивного заражения. Подплыви поближе к кристаллу и вылей туда нейтрализующее вещество. Не беспокойся, ты не успеешь заразиться. Дайонис Ака. Приветствую тебя. Неплохие образцы. Спасибо за помощь. Как только я найду время, проведу анализ этих растений, может быть, примерно понять, сколько усилий потребуется для восстановления полей. Ищи путь света.
близится погибель легиона. Помоги, эльфы крови. Я попал в засаду. Мне недолго осталось. Останови нашествие эльфов крови. Узнай, что они замышляют. Они у хребта, у меня за спиной. Дайонис Ака. Кронака и Кристор. Эльфы крови хотят убить нас всех, как бы им не, как бы им помешать. У меня есть план. Мы должны убить их, говоря. Тогда, может быть, им придется отступить в конце концов. Наша задача — выиграть время на ремонт остатков корабля. Убей геодезиста, а потом расскажи обо всем воздателю Алдару. Он должен быть в курсе. Не теряй бдительности. Только ждать осталось. Ah!
удачи! Спасибо тебе за то, что ты убил лидера эльфов крови, Моргобель. Можешь не сомневаться. С остальными эльфами мы скоро разберемся. Да будет благословенна твоя семья. Пока ты бродил по хребту тени, Жанна занималась голографическим излучателем. Тебе стоит поговорить с ней. Доброго здоровья, долгой жизни. Да хранит тебя свет. Получилось. Кажется, я починил излучатель. Сейчас я активирую последний кристалл и дело в шляпе. Смотри на излучатель, Моргавель. Похоже, он заработал. Кто-то появляется. Да, Юнис Ака. Открой свое сердце свету. Ради всего святого, Моргавель, отправляйся на лазурную заставу и поговори с Дувуном. С нашего островка есть узкая тропа на запад. Иди по ней. Перейди через Хрустальную реку и окажешься на другой части острова. Если идти дальше, не сходя с дороги, она приведет тебя на лазурную заставу. Может быть, они помогут нам и снабдят нас припасами. Остальные последуют за тобой, когда смогут. Спасибо, без тебя бы нам не справиться. Легкой дороги. Каждый прожитый день счастье. Судя по твоему описанию, нейтрализующее вещество сработало. Интересно, надолго ли его хватит? По-хорошему, нужно удалить весь кристалл из озера.